Утром в парке Юбилейный прошла памятная акция «Дерево героя». Посадить саженцы березы в честь своих мужей, отцов и братьев, геройски погибших на полях сражений, пришли родные, друзья и те, кто сейчас проходит лечение после полученных ранений. Боевые товарищи. С товарищем, с которым мы вместе служили, воевали, сидели в одном окопе, как говорится. Погиб мужественно, героически. Конечно, это очень прискорбно, что их сейчас нет с нами. Но память о них всегда в наших сердцах. Мы будем помнить о них, никогда не забывать. Администрация города бесплатно предоставила участки для посадки, а также сами саженцы. Как наиболее символичную, выбрали березу. Наша задача сегодня, конечно, не только посадить, но и вырастить эти деревья, ухаживать за ними, поливать. И приходя сюда, я думаю, родные и близкие будут вспоминать своих сыновей, отцов, мужей, всех своих ребят. По задумке авторов акции «Клуба вдов участников СВО «Сильная женщина» при правильном уходе через несколько лет здесь, в парках города, глаза горожан будет радовать цветущая березовая роща, а в сердцах родных будет разливаться тепло от мысли, что память об их герое живет. Ну вот так, 35 лет только было. Вот внук